Всем привет, это Казань, это Зообацат. Стоимость билета взрослого 400 рублей, если есть льготы на кассе, вас об этом спросят. Ну и можно будет льготно посетить зоопарк. Кроме зоопарка здесь еще ботанический сад. На кассе пока предупредили, что нету слона, жирафа, носорога. По-моему, они переехали только 1 апреля, поэтому не всех еще привезли и... Еще только идет обустройство. Это вход, он же выход. Пока еще дальше не прошел, так что будем смотреть, что дальше. В этом вольере у нас обезьянки. Что за вид, пока не вижу. Солнце прямо на камеру, так что будет слегка засвечивать. Тут проживает примат. Идем смотреть на сородичей. Никого не видать. Здесь живут также шимпанзе. А, так они вышли туда на улицу, поэтому никого не видно. Все пошли на улицу гулять. Пока не увидел никого. Может, конечно, это горилла. Хотя все может быть. Ее нигде нет. Видимо, в природе так защищается от хищников. Типа мы не живые, вечные.
наихудший зоопарк из всех, что раньше был. Почему так спит? Ой, запах какой ужасный. Животных нету, воняет. Снова вышли на улицу. Там приматы, которых нету. Тут жирафы, которого нету. Террариум. В зоомагазине то больше животных. Хорошо, хоть детям весело. Там кафе, дикие дети. Вон пеликана вижу. Те самые зубры, которые живут в пустом вольере из-под жирафа, и навоняли.
Все люди зоопарка собрались здесь, чтобы посмотреть на одно животное, бегемота. Попытка номер два. За грязным стеклом. Ни один раз, наверное, животное не находилось. Все чистенько так.
Сорвал это вон там спали. Это шакалов похоже. Показания, кто это нету. Вышивка. Чуть другое не прочитал. Это та, которая в предыдущем, в том варианте, что ли, сидит? Потому что здесь я не вижу никого. Или прячется хорошо. Thank you.
Ну, смотри, в уголок ходит. Если что, ищите у меня вольер с сурикатами. Ну, наверное, поняли, да, уже? Сурикатики мне нравятся. Ну, это готовит саванну, видимо, под слона. Будущий уличный вольер для слона. Тут, наверное, такими темпами они еще через год только сделают. А через два запустят, если не помрет. Вообще, оно есть у них? Или они его выписали с Алиэкспресс? Там задержки на почте.
люди на кого-то смотрят, обезьяны. Пошли, Ладя, куда тебе? Пойдем. О, тут кто-то помер уже. Судя по рогам, буйвол. Конечно, муляж. Хотя копыта знатно откинул. Настоящие кости выглядят иначе. Ой, а кто там? Гриф лежит. Вот завтра проверим, как выглядят кости. Отдыхает. Но это точно не кости. Это пластик. Я это сразу понял. О, смотри, размножение в кладке 1, 2 яйца. Ну, они, видимо, после обеда. Кто-то тоже сидит. Мартышки еще один. Подошли к выходу. Мнение однозначное, никакое. Это наихудший зоопарк, если что можно было предположить. В зоомагазине тоже животных больше. Ужасно.